Et c'est là bêtement, dans cette chambre obscure, dans cette chambre sans joie, sans fleurs au rideau. C'est là que j'ai reçu ma première blessure, laissé mon enfance au porte-manteau. On peut rêver mieux pour sa grande première, au coucher de soleil ou de champs muguets. Moi, je n'ai récolté que trois Notre Père, deux menus dormoirs, un zéro français. Mademoiselle du déshonneur, mon premier amour d'un quart d'heure. Paul Жизни, soyez приветствую всех дорогие друзья, на канале Реальный Французский. Я думал, что эта песня такая, знаете, настолько высокопуританская, настолько невинная, нетронутая, не запятнанная, не замаранная, никакими даже маломальски пошлыми или даже на четверть пошлыми оттенками каких-нибудь двойных или тройных полусексуальных смыслов, что уж на самом деле пришлось ощущать свое разочарование только когда столкнулся с французским языком. Но не потому, что французы, как бы сказал русский человек современный, по-чеховски пошлые. Нет, просто они по-другому видят мир, и у них другая культурная реальная составляющая. В плане своего воззрения у них другая мораль. В общем, так западное общество несколько иначе смотрит на вещи, на ценности, на взаимодействие людей и полов, в частности. И поэтому для них мы слишком пюдичи, как говорят французы, то есть стыдливы. Оставим культурологический ряд. Все, о чем я хотел бы сказать в плане реальности французского языка, дорогие друзья, это французские звуки и французская грамматика. Разумеется, через французскую лексику и, разумеется, никак не без французской песни, не путать с шансоном для любителей красивой музыки. Дорогие друзья, приветствую вас. Вы сегодня, разумеется, смотрите видео на канале Реальный Французский для того, чтобы улучшить свое качество фонетики, но особенно грамматики в настоящий момент, потому что мы занимаемся с вами третьей группой глаголов. Я предлагаю прям не откладывать долгий ящик и не прокрастинировать, а любителям французского языка тоже наверняка небезызвестны такие выражения, это очень просто запоминается. Прокрастинировать, то есть откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра, то есть не откладывать вообще, заниматься глаголами третьей группы, потому что они несложные, их нужно просто регулярно повторять. И я уже говорил на прошлом нашем занятии, вступительном, в отношении подгруппы глаголов третьей группы, что как мы будем их повторять, если нам негде их повторять. Да не повторяй, повторяй. На самом деле мы будем их повторять без практики живого общения с носителями, не так эффективно, но лучше, чем ничего, если мы изучаем дома в теоретических условиях французский язык в России, там, в русскоговорящей зоне, вне французского окружения, через регулярное употребление, каждый день по 5 минут. Вот к чему я вас и призывал на прошлой неделе. 5 минут! Ну, вы помните. И если очень просто подойти к вопросу, то оказывается, что даже 200 повторений достаточно, чтобы для того, чтобы спокойно вырабатывать у себя навык правильного проговаривания глаголов. А сегодня группа, или подгруппа, точнее, глаголов третьей группы будет заканчиваться на 5 букв. Э, Н, Д, Р, Э, Аунго. Также на таких же 5 букв, но только на О. Спрягаются они одинаково в настоящем, в прошедшем и так далее временах, потому что у них корневая основа своей такой вот третьей группы, специфики, да, субкультурной специфики глаголов третьей группы одинаковая. Мы поговорим сегодня об этой группе, она очень популярна, и более того, надо ее будет вместе с вами проговорить, обязательно, к чему я вас буду призывать сейчас, на время со мной, естественно, это интерактивный урок. Дорогие друзья, кто запланировал отдохнуть, прелаксироваться, или что-нибудь еще сделать в процессе занятия, соответственно, то тогда я предлагаю этого не делать. Давайте отдохнем сначала, потом вернемся к этому видеоуроку. Если видеоблогер призывает поставить паузу и вернуться с едой, то я, наверное, совершенно не видеоблогер, и я себя так не позиционирую, не хочу о себе так думать. Я ваш учитель французского, который, знаете, coup de café, нудно, занудно, так все время говорит вам, друзья, ставьте паузу, если вы хотите отдохнуть, то в паузу только сон, чай в лучшем случае. Но опять же, да, чай, вода и прочее, без закусок и еды, чтобы мы работали головой, ртом, естественно, и в плане изживания, да, в плане осмысления и проговаривания. Вот наиболее эффективная работа. Да, две составляющие адекватного, успешного урока французского языка, любого урока, это адекватная расслабленная атмосфера, но, с другой стороны, максимум загрузки. Так вот, первая мысль, которую я хочу вам донести, это глагол, заканчивающийся на «andre», в противовес тем глаголам, которые были на прошлой неделе. Для тех, кто первый раз смотрит это видео, я должен сказать в общей схеме, что есть глаголы третьей группы французские. Мы их называем неправильными, мы их называем неадекватными, мы их называем нестандартными, мы их называем не укладывающимися в конформистский ряд правильных глаголов. Мы их как угодно называем, но чаще всего мы просто их не называем, боимся. Вдруг приду. На самом деле неправильный французский глагол очень даже правильный, если на них правильно посмотреть. Для этого нужно углубиться в тему и понять, что они все делятся на подгруппы. И тогда все систематично укладывается в более-менее ровненький пазловый ряд. Есть исключения. Загнутые в три доски, в три погибели глаголы третьей группы существуют. Мы о них поговорим, естественно, отдельно, объединим их в отдельную группу и создадим отдельный видеоурок, который я вам, соответственно, буду презентовать через какое-то время. Сейчас мы заговорим о глаголах, которые будут в подгруппу укладываться. И более того, очень популярные подгруппы. Выучим на этой неделе, на ближайшей неделе, я имею в виду глаголы, которые заканчиваются на эти 5 букв. Аунду, онду. Кстати, даже патриархи
Матриархи попову казаков называли глаголами, которые являются глаголами на «andro-ondro», то есть это не я придумал выражение, «на». Глаголы на «andro-ondro» – это глаголы, которые очень популярны в языке, и какие бы глаголы вы ни встретили, которые заканчиваются на эти буквы «e», «n», «d», «r», «e», да-да, повторяйте, «e», «n», «d», «r», «e», нет, это я не себе того, «e», «n», «d», «r», «e», да, соответственно, «andro», да, и «o», «n», «d», «r», «e», O-N-D-R-E, да, ONRO, это те самые глаголы, подгруппы глаголов третьей группы, которые всегда будут спрягаться одинаково в прошедшем времени, в настоящем времени, в будущем времени, в passé simple, во всех временах, о которых вы уже знаете или имеете представление, исходя из видеокурса «Реальные французские времена», вот он еще раз. Зря старался, что ли? Только для вас, дорогие друзья, все в системе. Алло, бесплатно. Разумеется, мы говорим о важной вещи. Все глаголы, которые так заканчиваются, у вас уже в рукаве, вы можете их использовать, la manche, рукав, если вы протянете руку. Достаточно сказать выражение rendre. И вот уже, пожалуйста, у вас à la portée de votre main, да, у вас в рукаве глагол, такой козырь, как глагол давать. Да? В противовес глаголу брать, таком прихватизирующем, как любят люди, которые любят баловаться языком, говорят, глаголу, который мы изучали на прошлой неделе, там 6 было букв корневых, да? Встречаете глаголы, которые имеют 6 букв, P-R-E-N-D-R-E, брать, comprendre, apprendre, m'apprendre, surprendre. Тогда понятно, это было в прошлой неделе, повторяем и смотрим глаголы под группой на apprendre. А на этой неделе мы говорим о глаголах, которые заканчиваются на andre, ondre. Это глаголы, которые вот антагонистические такие, да, не отдавать, понимаете? Брать, давать, другие. Похожи, но другие, совершенно. В этом есть небольшая западня. Да? Prendre, напомню вам, повторение мое течение, естественно, сначала начну, наверное, все-таки с глаголов, на которые были на прошлой неделе. Спрягаются в настоящем времени иначе. Да? Буду, естественно, спрягать медленно, поэтому давайте те, кто адекватным образом тщательно работал над глаголами третьей группы на этой неделе, повторят вместе со мной, уже в удовольствии осознавая, что а, правильно звучат, и б, умеют это делать. Je prends. Tu prends. Il prend. Elle prend. Брать. Я беру, ты берешь, он берет, она берет. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Elles prennent. Итак, спрягаются любые глаголы третьей группы на prendre, который имеет в себе этот корень prendre, о чем я вам ранее и говорил. Да? Je comprends. Tu comprends, il comprend. Nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent. Je n'apprends pas, tu n'apprends pas, il n'apprend pas, nous n'apprenons pas, vous n'apprenez pas, ils n'apprennent pas. Итак, закончили с повторением, переходим к базовой части. Глаголы на andre, ondre. Вначале я упомяну эти глаголы списком, то есть наиболее популярные глаголы. Возьму маленькую методичку, откуда пошлю вам разнообразные глаголы, проговорю их значение, поймете, что они очень популярны, естественно, очень часто встречаются. А затем мы приступим к рассмотрению настоящего времени, к passé composé, прошедшему времени, к futur simple, да, рассмотрим основные формы, естественно, passé simple. И сразу Лафонтен пришел в голову. Le mal qui répand la terreur, mal que... Le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste. Ладно, а Ла Фонтен здесь, кстати, вот. Раз вспомнил, вот держите. Смотрите всю басню и разбор passé simple на базе басни. Ла Фонтен, оригинал. Oui, puisque vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Итак, глагол, который надо знать и абсолютно уметь, глагол attendre, ждать. Attendre, ждать. Это философский концепт жизни француз. Не хотите быть разочарованными? Ничего не ждите. Для людей, которые говорят, Евгений, вы же говорите очень быстро. Как же можно говорить так быстро, если мы хотим все усвоить? Ничего не ждите, дорогие друзья. И тогда вы никогда не будете разочарованы. Attendre, ждать. Attendre, ждать. Défendre, защищать. Слушайте, французы, какие интересные, какой семантический ряд. Полисемический, точнее, многозначение. Не зря же у французов défendre означает не только запрещать, но еще и защищать. Не только защищать, но еще и запрещать. Не подумали? Почему, интересно, defendre это и защищать, и запрещать? Точно не случайно. Как говорят опытные лингвисты, случайных совпадений не бывает. Знаете этих опытных лингвистов? Dépendre – зависеть. Descendre – спускаться. Entendre – слышать. И вот опять вступает закон логики французского языка. Скажите, пожалуйста, согласны вы со следующим философским тезисом? Мы понимаем... Точнее, мы слышим только то, что понимаем. Еще раз. Мы слышим только то, что понимаем.
Я не зря спросил, хотя это риторический вопрос, что возможно некоторые несогласия с этим утверждением. Потому что в русском языке это два разных глагола. А во французском «entendre» — это слышать, и «entendre» — это понимать. Поэтому ни один француз не возьмет идею в голове оспорить это суждение. Для него мы слышим только то, что понимаем. Это «nous entendons seulement ce que nous entendons». Ну как можно поспорить, если два одинаковых глагола? Мы же не будем спорить с таким русским явлением, как «мы видим только то, что видим» или «мы слышим только то, что слышим». Потому что для нас это очевидно, для француза это также очевидно, потому что один глагол, для тех, кто еще сомневается, что мы понимаем только то, мы слышим только то, что понимаем. Французский язык, и все сразу на свои места. «Entendre» – понимать или слышать. Понимаете, насколько важно, да? «Entendu» – ладно, по-французски. «Entendu» – чуть позже. «Pendre» – вешать, подвешивать, да? «Pendre la crémaillère» праздновать новоселье. Prétendre – утверждать. Prétendre – отсюда претенциозный, да? Претензия, претендовать, все это как утверждать. Prétendre – вот он, прародитель. Rendre – мы о нем говорили. Но еще важно, и мы сегодня об этом коротко тоже поговорим, уметь делать глаголы возвратные. Например, «se rendre» – это приходить. Да? «Rendre» – давать, давать себя. «Se» – возвратная частичка, которая берет меня и направляет действие глагола ко мне или меня куда-то отправляет, подразумевает. В итоге глагол «se rendre» – приходить, соответственно, ну и вы, конечно, знаете «rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous» – вот эта вот песенка, которая, в общем, и не песня, а песня во языцах, притча во языцах и песни Москвы, замечательный магазин «Рандеву». Интересно, они будут платить за эту рекламу или нет? Так вот, «se rendre» – приходить мы разберем чуть позже отдельно по впряжении, но идея того, что это возвратный глагол, никак не будет менять то, как он спрягается в настоящем времени, то, как он спрягается в прошедшем времени. Все будет то же самое, увидите. Дальше. «Tendre» – тянуть. «Tendre» – тянуть. Некоторые тут возражают. «Нежный». «Нежный» – это прилагательное. «Tendre» – да, нежный, окей. Да, а мы не имеем не случайно. Понятно. Но «tendre» – это тянуть. Протягивает смысл. «Répondre» – отвечать. Вот они глаголы, как. А нет, забыл, «vendre», простите, его тоже следует отметить. Сейчас будем спрягать его. «Vendre» – продавать. Куда же без социально-экономических формаций, как говорил Карл. Так вот, «vendre» – продавать. «Répondre» – отвечать. «Répondre» – «confondre» – путать. Отсюда «fondre», кстати. Кто не знает «fondu»? Протестив после всех этих глаголов будет «endu», «endu», вы догадались уже, наверное. «Endu», «endu», всех глаголов. Да? «Fondu», например, расплавленный. «Fondre» – плавить. «Fond» – чугун, плавка. «La fondue», hein? «Fondu», «fondu». «Correspondre» – последний глагол на «endre», «endre» из списка, который мы сегодня рассмотрим. Это переписываться или соответствовать. Забавно, да? Получается, что мы сейчас рассмотрим с вами эти глаголы в параметрах настоящего времени. Потом прошедшее. Рассказал коротко о плане рук ранее, переходим к движению. Настоящее время. Медленно. Ждать. Attendre. Ждать. J'attends. Жду. Tu attends. Смотри, как я легко по-русски взял, убрал местоимение, перевелица 11 числа. Сказал «жду». А самое интересное, что в французском языке нельзя так сказать. Ну, если можно, тогда это будет вообще повелительное наклонение. Attends, подожди. А j'attends, на «жду», можно сказать, или «я жду». Tu attends, ты ждешь, вы повторяете. J'attends, tu attends, il attend, nous attendons. Фонетика, французские носовые. Nous attendons, vous attendez, ils attendent. Отрицание, я не жду. Je n'attends pas, tu n'attends pas, il n'attend pas, elle n'attend. N'attend pas, nous n'attendons pas, vous n'attendez pas, ils n'attendent pas. Глагол défendre, запрещать, защищать. Я возьму второй глагол для примера спряжения в настоящем времени. Давайте это будет не защищать, а лучше какой-нибудь в духе vendre. Вот, это, наверное, один из наиболее популярных. Потому что когда спрашиваю ученика, какие глаголы в французском языке популярны, вы используете в своем лексиконе? Чего? Какие наиболее популярные глаголы вы используете в своем лексиконе? Окей, тогда я предложу. Например, acheter, покупать. О, да-да, конечно. Acheter, разумеется. А как будет продавать? Продавать глагол третьей группы. Я хочу засунуть руку в карман, что не понимаешь, а как объяснить на первом уроке, что человек не может заговорить еще без фонетики, и сразу глагол третьей группы дать не могу. А вот на третьем уже можно гипотетически. Впрочем, на втором уроке, посвященном глаголам третьей группы, я могу дать вам прямо сразу глагол vendre, вторым номером, в настоящем времени. Поехали. Je vends. Tu vends. Вы слышите нос? Не-не. Для тех, кто слышит нос в смысле же va, я говорю не va, я говорю vends. Здесь нос. Нос это то, что вот здесь будет вибрировать, я имею в виду.
Я знаю, что вы знаете, где нос. Это нос в плане вибрации вот здесь. Да? Носовое ощущение. Почувствуйте свой нос по-настоящему, если вы хотите говорить по-французски. Сделайте усилие волевое, чуть больше агрессии вот это в нос, понятно, добавить нужно. В этом смысл. Вибрация появится, забудет вам правильный. Je vais, не вам, вам, а. Je vais, впрочем, у вас есть французский курс, реальный французский, вы знаете, как проработать настоящие французские носовые звуки и другие, тоже обращайтесь, вот они. Je vais, tu vas, il va, nous vendons, vous vendez, ils vendent. Je vais, tu vas, il va, nous vendons, vous vendez, ils vendent. Но отрицание. Je ne vends pas, tu ne vends pas. Это тоже повторение, естественно, да? Я же клоунаду не зря устраиваю для того, чтобы повторяли просто так, особо не стараясь. Смотрите, как я это делаю, чтобы в точности, максимально точно подражая моим звукам, делать это тоже. Tu ne vends pas, il ne vend pas, elle ne vend pas, nous ne vendons pas, vous ne vendez pas, ils ne vendent pas. Понятно. Теперь рассмотрим возвратный глагол. Два слова буквально теории возвратных глаголов. У французов есть два мира времен, вы это уже знаете. Мир реальности и мир альтернативной реальности, который был в прошлом, как бы, об этом я говорил ранее на видеокурсе, посвященном временам. Есть также два лексических явления, компонента французской глагольной реалии. Смотрите, есть глагол обычный, типа «rendre», «отдавать», «относить книги в библиотеку», просто что-либо «возвращать», «rendre». А есть возвратная его форма. Что такое возвратная? Вообще правильно было бы сказать местоимены, потому что там появляется местоимение «сё» вот это. Но я люблю называть их возвратами, такое столовое, что ли, лексическое слово, не совсем академическое оно, но оно расхожее, очень просто его использовать, чтобы вам было понятно. «Сё рандро» — это возвращаться, приходить куда-либо. Да, смотрите, я уже направляю действие глагола не на объект какой-то, да, я возвращаю книгу, беру книгу и возвращаю ее, я действую на этот объект. А я на себя действую с помощью этого возвратного глагола. В этом смысл возвратность. Я возвращаю действие, направленное ранее на книгу, на себя. И вот уже себя куда-то несу, веду, понимаете? Я веду себя в библиотеку, потому что если я себя за шкирку не возьму и туда не поведу, то я, естественно, что не дойдут оттуда, возможно. Приходится заставлять себя, знаете, и тащить туда, влачить. Понимаете, что «se rendre» — это себя. Так вот, как спрягать возвратный глагол, это тоже должен уметь знать каждый. Если мы знаем глагол «je m'appelle Eugène», ясно, что мы знаем возвратный глагол. Вы знаете, что такое «je m'appelle». Меня зовут, да? J'appelle, я звоню, зову, а je m'appelle, это je me appelle. То есть я меня зову, звоню мне, себе. Зову себя. Понятно, что je me rends, я прихожу. Je me rends. Француз как бы не говорит, я иду, я француз говорит, я себя привожу, я себя приношу, понимаете? Вот такая мысль у них все конкретно. Tu te rends, ты приходишь. Hein? Il se rend, он приходит. Elle se rend, она приходит. Nous nous rendons, мы приходим. Vous vous rendez. Вы повторяете, разумеется, да? Вы повторяете. Это я себя успокаиваю. Я точно знаю, что вы повторяете. Nous nous rendons, vous vous rendez, ils se rendent. Обожаю интерактивные уроки. Вы должны взаимодействовать. Я чувствую, что вы повторяете. В таком случае все работает. Je ne me rends pas. Вот это точно повторять нужно. Отчеканьте, пожалуйста, каждый звук. Я не иду туда. Я не прихожу туда. Я не появляюсь там. Je ne me rends pas. Je ne me rends pas. Hein? Tu ne te rends pas. Tu ne te rends pas. Il ne se rend pas. Hein? Il ne se rend pas. Elle ne se rend pas. Так, внимание, теперь надо будет уметь сделать ну, открытый звук, закрытый звук вместе. Мы не идем, не отправляемся куда бы то ни было, да? Ну, не, ага, ну, не. Nous rendons pas. Для тех, кому сложно сделать отрицание возвратных глаголов, давайте сделаем следующее. Давайте представим себе вообще, что возвратный глагол, он как бы как в русском языке приклеивает «ся» на конце. Да? Мы же говорим «я появляюсь». Да? Я давно дал обед, никогда не являться в такой ситуации. А, Макаревич уже мы не поймем теперь. Смотрите, nous rendons pas будет так же, как в русском языке «я не появляюсь». Мы же не будем говорить, да, «я не появляю несь». «Я не появляю несь». То есть мы не поставим абы куда отрицательное. Понятно, мы ставим «я не появляюсь», «появляю» с суффиксом «с» мы не делим. Мы говорим «появляюсь» в одном слове. Да? И «не» в начале ставим. Так же и по-французски. Да? Я говорю «ну», «мы». Дальше. «Не» отрицание. А потом вот это «появляюсь». «Nous rendons». Но если в русском языке суффикс «се», да, у нас является неотделимым от глагола «появляю», то в французском это местоимение, понимаете? У них аналитический язык. У них это местоимение «до» всегда. Мама говорит «доброе утро». Когда я остаюсь у матери.
Я говорю, местоимение перед глаголом, едва продрав глаза, потому что это наиболее популярная фраза, которую я произношу вообще, наверное, в течение дня, когда обучаю учеников. Да-да. На «Голосе России», когда мы приветствовали друг друга, мы часто ошибаясь говорили «Иси Москву!» Говорит Москва. Случайно вместо «бонжур», вместо «привет». Такая же история случается при повторении. Поэтому-то как раз я точно знаю, что такое эффект повторения. Поэтому увещеваю вас каждый день повторять глагол «пхандро». Каждый день глагол «пхандро», само собой, прошлой неделе. И на этой неделе глагол на «андро» «онро». Да-да-да. При регулярном повторении просто немыслимые результаты. Если хотите без усилий, просто повторяйте. Ну, надо, конечно, по возможности осмысленно повторять. А еще лучше 3 раза в день, как минимум. А если 3 раза в день и 7 дней в неделю, тогда я не знаю, как вам нужно будет себя мучить, чтобы выбить из головы потом как-нибудь эти глаголы на «андро», «ондро» на этой неделе. Вы только представьте, 21 повтор, и все. И на всю жизнь глаголы «андро», «ондро» в голове. Да, в генетической памяти останется. Понимаете? Ну, конечно, мы же влияем как-то на генетику, благодаря тому, что мы делаем в жизни, как вы хотите. Леонтьев это сказал. А, теория деятельности. Окей. Без психологии. Смотрите, «andre», «ondre» теперь у нас будет возвратом глаголе «se rendre» в отрицательной форме, и мы не будем менять, абы как, расставлять там эти отрицания и местоимения. «Je ne me rends pas» — это понятно. Вот «ну» — открытый звук, «у», «ne» — закрытый, «e», да? «Ну» — открытый, «ne» — закрытый, «у», «e», да? «Ну», «ne», «ну», «rendons pas», «ну», «ne», «ну», «rendons pas», да? «Vous ne», «vous rendez pas», да? «Вы не приходите», «vous ne», «vous rendez pas». Ils ne se rendent pas. Ils ne se rendent pas. Вот такое в настоящее время этих глаголов. Рассмотрели три основные единицы. И они также будут спрягаться, какой ни возьмите. Любой глагол, который вы можете взять, и даже если он заканчивается на «ondre». Та же история. Возьмем глагол «отвечать», очень популярный. «Répondre». Просто поменяйте буковку «e», которой мы только что увенчивали все глаголы, спрягаемые ранее, на «o». Получится «je réponds». Но если вы не умеете до сих пор, в смысле, не привыкли еще к этому «о», поставьте «э», получится «je réponds», я распространяю. Ну да, кстати, поэтому я и настаиваю, чтобы умели говорить «ау» от «о» достаточно быстро, чтобы мы быстро перешли с вами к глаголам третьей группы. «Je réponds», я отвечаю, «je réponds», я распространяю. Но «je réponds», «tu réponds», «il répond», «nous répondons», «vous répondez», «il répond» будет же одинаково спрягаться, да, видите, легкость. Выучили и повторили адекватно первые три глагола, и эти получают сами по себе. Ну и «répondre» также, только на «ondre» заканчивается. «Je réponds», «tu réponds», «il répond», «elle répond», «nous répondons», мы отвечаем. Вы повторяете, да? «Nous répondons», «vous répondez», «ils répondent». И также глагол переписывается, разумеется. Да? Достаточно просто знать в настоящее время тех глаголов, которые мы повторили, и вы любой глагол на «andre», «ondre», заканчивающийся, проспрягаете в настоящем времени без особых усилий. «Je correspond», «tu correspond», «il correspond», «nous correspondons», «vous correspondez», «ils correspondent». В 11 классе замечательная училка была у меня, завуч по французскому, она говорит, «Жене, tes connaissances ne correspondent pas à la formation de l'université de Maurice Thorez. Tu penses, ah, il vaut mieux aller à Gitis. Короче, иди в Гитис, куда собирался. Твои знания не соответствуют уровню Мариса Тереза, куда ты собираешься по списку. Я пришел с цветами и за букетом книги. Я иду на красный диплом, можете мне поставить в расписании возможность практики? Она говорит, а как вас зовут? Короче, узнала меня в кавычках. И я понял, что иногда стоит точно отделять, особенно детям, язык от преподавателей. Итак, «andre», «ondre» — это глаголы, которые просто надо знать также в прошедшем времени, так что мы к нему и перейдем. Все «participe passé», опять слово сложное сказал, а «participe passé» — это причастие прошедшего времени. Да вы знаете уже, вы же смотрели прошлый урок. Смотрите, глагол «rendre» — «отдавать». Мы берем и будем теперь знать, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, и давайте теперь помним. Есть глагол, который заканчивается на «aldu», «rendu». Я отдал. J'ai rendu. Да? Также это будет j'ai défendu. Да, я запрещал, я защищал. J'ai entendu. Я услышал. J'ai pendu. Я подвесил. Да? J'ai prétendu. Я утверждал. Смотрите, они все будут на «andu» заканчиваться. Конечно, и «ondu» тоже. Да? Как я уже говорил, швейцарский еще какой-нибудь «fondu». «Fondre». «Плавить». «J'ai fondu». Да, я расплавил. Да? Или «fondu» расплавленный будет. Потому что само по себе образование прошедшего времени французского passé, composé, прошедшего, сложного, самого французского, делается с помощью возвратного, вспомогательного глагола avoir и этого participe passé. Да? Причастие прошедшего времени само по себе приводится также похожим на глагольное прилагательное в русском языке, типа расплавленный, fondu, да? Vendu,
Да? Проданный. J'ai vendu, я продал. J'ai répondu, я ответил. J'ai confondu, я перепутал. Да? Понятно? J'ai correspondu, я переписывался, я соответствовал. Ясно. Это прошедшее время, все они будут спрягаться одинаково, достаточно просто подставить вместо корня вот этот undo, и вы умеете спрягать прошедшее время. Надо будет тоже повторять, когда будете тренировку себе делать регулярно, желательно по три глагола каждый день, ну минимум один и точно каждый день, рекомендую обязательно проговаривать сразу и в прошедшем времени после настоящего. Да? Положительная форма и отрицательная форма настоящего, положительная и отрицательная форма прошедшего. Я не отдавал, je n'ai pas rendu. Да? Tu n'as pas rendu, il n'a pas rendu, il a, elle n'a pas rendu, nous n'avons. Вы повторяете, да? Я так и буду каждый раз говорить, поэтому если вы расслабились, то это очень зря. Je n'ai pas rendu, tu n'as pas rendu, il n'a pas rendu, nous n'avons pas rendu, vous n'avez pas rendu, ils n'ont pas rendu. Прошедшее время. Сейчас момент очень важный, спряжение возвратного глагола в прошедшем времени, глагола «приходить». Я понимаю, что некоторым новичкам или людям, которые только что начали изучать французский, может быть сложно, и это видео будет лишь ознакомительным для них в плане глаголов третьей группы. Тогда просто послушайте, как спрягаются возвратные глаголы, местоимение глагола «приходить», «se rendre» в прошедшем времени. Все глаголы, которые имеют эту «se» пресловутую, которую чуть раньше упомянул, спрягаются с «это». Я пришел. «Je me suis rendu», «tu t'es rendu», «il s'est rendu», «nous nous sommes rendu», «vous vous êtes rendu», «ils se sont рендюсь. Теперь поднимаем планку для людей, которые уж точно знают, как спрягается этот глагол. Несколько усложним и сделаем прошедшее отрицательное. Глагола с ремонтом я не приходил. Просто же, да, по-русски. Я не приходил. А что, французам будет сложно эту мысль задумать, сказать? Это они скажут. Как они скажут? Я не приходил. А? Je ne me suis pas rendu. Tu ne t'es pas rendu. Il ne s'est pas rendu. Nous ne nous sommes pas rendus, vous ne vous êtes pas rendus, ils ne se sont pas rendus. Дорогие друзья, вы понимаете, что я артикулирую для вас. В нормальной жизни глагол так не проговаривается, не гипертрофированно, естественно, да? Артикулируется. Я это делаю, чтобы вам было видно, как это происходит. Понимаете, что je ne me suis pas rendu, tu ne t'es pas rendu, il ne s'est pas rendu, nous ne sommes pas rendus, vous ne vous êtes pas, vous ne vous êtes pas rendu, ils ne se sont pas rendus. Но это скороговорка. Да? Я губами едва шевелю, если я так буду говорить, то вы вряд ли сможете, если вы изучаете только французский, а не практикуете его на уровне перевода, проговорить сразу. Да? Поэтому для вас я гиперартикулирую, чтобы вы видели, какие движения я совершаю, органами рта, чтобы вы имели возможность повторять. Также это касается глаголов в будущем времени. Каждый из этих глаголов мы должны знать в своей основе будущего. Futur simple. Вот о каком будущем я говорю. Futur simple. Будущее простое. В основном все глаголы в этом будущем простом тоже будут простыми в спряжении, кроме нескольких, которые имеют меняющуюся основу. Их надо тоже знать, и об этом в курсе времен я говорил. Глаголы в будущем времени, которые имеют «andre», «ondre», будут всегда очень просто, как и глаголы первой и второй группы, спрягаться однозначно. Je me rendrai. Давайте с него же и продолжим. Я приду. Глагол se rendre. Tu te rendras. Il se rendra. Nous nous rendrons. Vous vous rendrez. Вы придете. Ils se rendront. Они придут. Понятно. Отрицательная форма. Глагол défendre. Да? Запрещать. Je ne défendrai pas. Tu ne défendras pas. Il ne défendra pas. Nous ne défendrons pas. Vous ne défendrez pas. Ils ne défendront pas. Глагол «entendre» сегодня остался без внимания. Глагол «descendre», я их помню, очень важные. Один спрягается «savoir», да, «entendre» — «слышать», «понимать». Глагол «descendre» спрягается с «être». «Entendre» — «слышать» и «понимать». Возьмем его в passé simple. «J'entendis», «tu entendis», «il entendit», «nous entendîmes», «vous entendîtes», «ils entendirent». Чувствуете, да, вот этот блаженный пафос «passé simple»? Приятно просто почитать классику, также увидеть в современных вариациях французской беллетристики, даже беллетристики, подчеркиваю, это passé simple, и понять уместность этого времени. Это не столько возвышенный стиль, сколько стиль, обозначающий законченность, то, что не имеет отношения к прямому настоящему, и то, о чем можно говорить о неком завершенном явлении. Да? «Шел дождь», да? Знаменитый фильм Роже Вадима, знаете, тоже, да, passé simple, живой пример вспомнился. Dieu créa la femme. Dieu, как называется? Dieu créa la femme. И чтобы подчеркнуть, понимаете, вот эту законченность, однозначно, завершенность прошлого, в русском языке появляется следующий перевод. И Бог создал женщину. Dieu créa la femme. Понимаете, да, как мы в русском языке передаем эффект законченности, да? Пам-пам-пам! Пум! Вот так. И Бог создал женщину. Вот так переводится это, да?
законченности, как это спросили сами. Вот почему я вас призываю к этому патетически возвышенному, слегка высокопарному, но не лишенному красоты в процессе исполнения глаголов в процессе сэмпля. Entendre. Сделали? Теперь descendre. Останавливаться в гостинице, выходить из машины, не знаю, из метро и просто спускаться. Descendre. Это же... Что тут descendre? Descendre — спуск. В настоящее время существительное, точнее. Descendre. А глагол descendre посредством... Одинаково? Все эти глаголы этой подгруппы будут спрягаться на одинаковые манеры. Посредством в других временах тоже. Вот почему мы их группируем для систематизации. Je descendis. Tu descendis. Il descendit. Nous descendîmes. Vous descendîtes. Il descendit. Да? Я вышел из машины. Je descendis. Нет, ну, надо же по-русски передать тоже соответствующим образом. Вышел я из машины. Понятно, да, что я просто окрашиваю неким стилистическим образом законченность, придавая, что это не имеет отношения к результату настоящего. Если бы я сказал «Je suis descendu», то я просто вышедший из машины, дословный перевод. А я «Je descendis», вышел. Чувствуется разница. «Descendre» мы проспрягали с вами. Вот оно, «passé simple». Ну и также, естественно, тоже для красоты добавлю здесь «se rendre» в «passé simple», куда же без него уже. А? Понравился нам глагол «se rendre», много раз мы его использовали. Давайте «passé simple» его для кульминации тоже будем использовать сейчас в спряжении прошедшего «passé simple». «Je me rendis», «tu te rendis», «nous rendîmes», «vous vous rendîtes», «ils se rendirent». Французы, которые меня смотрят, если они попадают, наверное, скажут «Monsieur, monsieur». На самом деле, я использую «passé simple» для вас, дорогие друзья, чтобы вернули вот эту грамматическую перчинку, если так можно сказать, ваше повседневное речевое русло во французском, чтобы засиял красотой. Знаете, как говорят учителя французского, блесните, а? Есть у вас французский перл в рукаве, ап, «passé simple». Всегда красиво, всегда замечательно, главное, что «La Fontaine» нам, что называется, под киль. Так можно сказать? Что-то у меня совсем... Плохо с метафорой. Ну что теперь, крокодила резать? Заканчивается курс французского языка по глаголам третьей группы в ее группе на «rendre», на «andre», «ondre», и все. И теперь мы в следующий раз будем говорить уже о другой подгруппе. Сейчас я пока не буду говорить о какой. Я точно знаю, что это будет интересная подгруппа, и более того, у нас их как минимум 12 уже примерно посчитал, поэтому богатство речевой глагольной лексики буквально в ближайшем времени будет в вашем распоряжении, но есть одно условие. Одно условие, которое когда-то сформулировал замечательный специалист по иностранным языкам, он учил английскую языку, английскую американскую разведку. Очень интересный человек, уважаемый преподаватель, его зовут Замятки, он говорит такую вещь замечательную. Смотрите, я уже прислонял этот учебник как-то к компьютеру, давно еще раз делают. Вас невозможно научить иностранному языку. Это такая же история, которую он, в принципе, пишет для меня, кстати. Я тоже смотрю сюда же, и это, в принципе, касается меня. Вас невозможно научить иностранному языку. Он предлагает матрицы и помогает понять, как правильно изучать иностранный язык. Он прав. Постарайтесь осмыслить параллельное домашнее задание, философически направленное. Как это вас невозможно научить иностранному языку, если вы только что смотрите и продолжаете смотреть канал «Реальный французский», где вас учат иностранному языку? Учат, но не научат, потому что научить себя, дорогие друзья, можете только вы. Только вы можете научить себя чему угодно, и в частности иностранному языку. Вот такая штука. А я просто вам в помощь. Все преподаватели могут лишь помочь вам. Все, что вы можете сделать на ближайшей неделе в качестве обучения себя французскому языку с моей всесторонней, насколько это было возможно в этом видеососедании, помощью, это повторение глаголов. Всего трех. Я не буду требовать особо много. Три глагола. Это будет глагол «se rendre» по возможности. Давайте так, задание для новичков. Глагол «rendre» – давать, глагол «vendre» – продавать и глагол «entendre» – слышать или понимать. Три глагола в прошедшем времени – в настоящем времени и в будущем. Согласен с видео, которое вы просмотрели и в котором протренировали, естественно, эти звуки и эти спряжения. Я очень даже в это верю. Для людей, которые чуть-чуть на более продвинутом уровне, в обязательном формате вместе с этим видео и на ближайшей неделе обязательно проговаривать глаголы третьей группы вместе с каналом «Реальный французский», которые звучат в возвратной форме. «Se rendre», «se correspondre» и «se confondre». «Se confondre», «se correspondre», да? Переписываться, «se correspondre», «se confondre», путаться, запутываться, и глагол «se rendre» – приходить. Тоже в прошедшей версии, да, в отрицательной форме желательно, мы это с вами делали, а в настоящем времени, естественно, и в отрицательной его форме тоже, и в будущем времени, в «futur simple», его отрицательной форме. И, дорогие друзья, в «passé simple», как в форме простых глаголов для новичков, так и в возвратной форме для людей с чуть продвинутым уровнем, «passé simple», et de rigueur, в строгости и необходимости. Вот о чем я призываю вас работать в каждом дне предстоящей недели с достаточной самоотдачей, и тогда успех для вас будет, что называется,
ну, необратимо и бесповоротно. Как иначе? Вы же работаете. Вы помните закономерную истину? Если вы делаете это каждый день, то вы просто превращаетесь в людей, которые говорят и которые понимают. Иначе быть не может. Чего очень хочется вам пожелать. Для этого есть курс «Реальный французский» с глаголами. Глаголами третьей группы, которые мы будем разбирать до полного оттачивания, до блеска. И до отскакивания от зубов, как говорят ретрограды. Дорогие друзья, до скорой встречи. На следующей неделе мы будем говорить о третьей подгруппе глаголов третьей группы. Au revoir.